Чебоксарах внедряют автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов, сокращенно АСКУЭ. Она позволит напрямую передавать показатели счетчиков воды и тепла в органы ЖКХ, а также сообщать о неисправностях. О запуске системы говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. Систему учета энергоресурсов установят в 1550 многоквартирных домах. Сумма финансирования – 227 миллионов рублей в рамках совместного проекта правительства страны и Международного банка реконструкции и развития. Подрядные организации завершены работу по установке общедомовых приборов учета тепла и горячего водоснабжения в 224 домах. Заменены общедомовые приборы холодного водоснабжения в 717 домах, установлены блочно автоматизированные тепловые пункты в 27 домах. Выполнен монтаж интерфейсных радиомодулей на приборы учета. Принцип работы таков. Показатели общедомовых приборов попадают в единый центр сбора и обработки. Следить за всем можно в режиме онлайн. Должно в целом минимизировать все спорные ситуации между ресурсниками, между управляющими компаниями и между жителями, проживающими в этих многоквартирных домах. Потребление ресурсов должны стать понятными для всех участников. Ну а наша задача привести в соответствие систему, настроить для того, чтобы в ближайшее время это стало удобным инструментом для всех участников процесса. В полном объеме запустить АСКУЭ планируют в июле. В будущем к системе подключат приборы учета электроэнергии. Татьяна Леонтьева, Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика.